«Мертвая петля» и другие трюки звезд мотофристайла. В Севастополе состоялось главное событие российского мотоциклетного мира – 17-е международное байк-шоу. Сюда приехали более 2000 человек. В самом фристайле приняли участие экстремалы из России, Италии, Германии и Швеции. Выступления прошли под музыку рок-групп «Би-2», «Король и Шут», «Ария», «Тараканы», «Черный кофе». Ежегодное байк-шоу – детище московского мотоклуба «Ночные волки». В Севастополе фестиваль проходит 4-й год подряд. Кульминация мероприятия – программа со спецэффектами, лазерным шоу и салютом. В будущем году шоу переедет в Волгоград. Его посвятят 70-летию Сталинградской битвы.